центрального защитника, но и Саша Стаменко, который является основным голкипером Окжетпеса, также отсутствует сегодня. Фонсека врывается, посмотрите, нескольких игроков обыгрывать, ну шикарный гол! Родриго! Ничего было маловато для того, чтобы отразить этот выстрел. Вот раньше нам показали, как входил в штрафную площадь. Фонсека, неотразимый удар получается у Родриго, но, наверное, все для него сделал уже португалец, выложил мяч, что называется, на блюдечке. Уже Родриго практически с линии штрафной площади, с места бьет в дальний угол.